старт. Внимание, марш! Один круг женщины, два круга мужчины. Пара десятков профессионалов, а также любителей лыжного спорта и здорового образа жизни съехались со всего района на закрытие сезона. Погода уже с вечера вчера такая была, что ехать не ехать, но утром встали, зима. Поехали. В последнем забеге этого сезона участники в соответствии с возрастом проявили себя на различных дистанциях. А помимо лыжного забега, спортсмены и гости лыжни соперничали в различных конкурсах. Метание неотъемлемого зимнего атрибута сельчанина, то есть валенка на дальность, собрало немало желающих показать себя. А согреться в ненастную ветреную погоду гостям помогли не только ароматная уха и горячий чай, но и такой спортивный конкурс, как перетягивание каната. Победители лыжных соревнований в каждой из возрастных групп были награждены медалями и грамотами соответствующих степеней. Участники конкурсных состязаний также были отмечены приятными сладкими призами. На физре катались, мне понравилось. Закрыть лыжный сезон с хорошим настроением удалось всем. Кому-то в холодный последний мартовский день согрели душу новые спортивные успехи, а кто-то просто отлично провел день в приятной компании и атмосфере дружеского соперничества. Евгения Логинова, Николай Брюханов, телекомпания «Спектр», Богучаны.